d'admettre vos erreurs et de faire quelques concessions. Pour les cancers, ce vendredi, vous débordez particulièrement d'imagination, notamment au travail. À Lyon, vous serez plein de petites attentions pour les gens. Понятно, какой у меня гороскоп сегодня. Tu es débordé au travail. Et toi aussi. Débordé au travail. Moi, je oba, obi, raki. Scorpion plein d'énergie. Такое все красное. На самом деле все не так. Но все равно всем привет. Сегодня пятница. Это очень круто. Значит, пятница, развратница. Значит, все будет классно. Значит, выходные на носу. И я только что перестала ржать в голос. Потому что есть такая компания, которая называется DPD. Это аббревиатура. Три буквы. DPD. Но если это сказать быстро, DPD, то можно услышать другое, как D-E-S, P-E-D-E-S. Типа как пидорасты. И вот этот мужик, он каждый день приходит, звонит и говорит: «Здравствуйте, это ДПД». Ну, он понял, все с него ржут, ну, он не виноват, и с других тоже доставщиков ржут, потому что когда они произносят ДПД, типа «Здравствуйте, это ДПД», типа «Здравствуйте, это педики». И он стал говорить, звонит всегда и говорит: «Здравствуйте, это доставщик». Потом заходит, я говорю: «А как называется ваша компания, чтобы записать?» «ДПД». Я спрашиваю: «Во сколько?» И, в общем, каждый день мы что-то придумываем с ним. Каждый раз, когда он приходит, он... В прошлый раз он хотел не произносить это. Что же он сказал тогда? Он говорит: «Да, здравствуйте, это ДПД». «А, это доставщик». Я говорю: «Вас заходите». Он заходит. Я говорю: «Компания какая?» «ДПД». Я говорю: «Вас сколько?» В следующий раз он зашел и сказал, потому что Хронопост был куплен группой ДПД. И теперь это звучит вообще просто ржачно. Заходит и говорит: «Здравствуйте, это Хронопост». Я говорю: «Да, это правда, что вы были выкуплены группой ДПД?» Ну, типа, группой педиков. И все, он сейчас стоял просто. Я надеюсь, он никому не расскажет про эти шутки, прибаутки. Ну, пятница, сегодня шутить можно. Давайте шутить. Так и знала, так и знала. Я так просила эти реновиген. My love. Hi, dear. Жада. О, она такая спортивная. Я в красиво. Я смотри, какой цвет. Ты видишь о люмьях? En fait, tu peux changer les ambiances. А, можно поменять? Confort, oui. Oui. Oh. Oh, elle est trop super. Sympa, hein? No. C'est le nouveau moteur en plus. Nouveau moteur, c'est-à-dire? Fusée. C'est une fusée? On говорит, это еще новый мотор. On говорит, просто это. Là, avec ça, tu perds tes points. Ah, je t'en. Non, je veux pas perdre mes points. Non, non, c'est bon. Arrête! Là, je suis même pas en moteur. Классная! Помните, я два дня назад смотрела телевизор и сказала: вот везет, типа они лапшу быстрого приготовления едят. Мне тоже так хочется. Мечты сбываются. Они не могут не сбываться. Стоит только очень захотеть, и у вас обязательно все получится. Зараза, мой муж уехал за детьми, наверное, чтоб я машину эту не брала. Такое впечатление, как будто его это как-то спасет. Послал меня в аптеку, сказал: иди за новым протоколом таблеток. Мне новые прописали, посмотрим, что из этого выйдет. Папа. О, ну, Оля. Ты.
Ой, ты тхо фасильца. Фишка, я люблю. А там ли фишка, я не люблю. C'est bon. C'est bon? Oui. Я думаю, в этот раз будет долго. Ну папа спрятал, так спрятал. Фиг найдешь ты. Attention, le feu. Le feu, c'est où? Bah, le feu, c'est tout. Ah, si tu prends le tapis rouge, tu tombes dans le feu. Oui. En fait, vous sortez du feu. Sauf le tapis. Это, короче, огонь, из него нельзя выходить. Только с этого коврика можно выглядывать и искать игрушку. Ой, ой. Чё пришёл? Говно нашёл. Обиделся. Он, кстати, приходит сюда с ребёночком маленьким. Чего? Я биби. Уси. Уса. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.